какие у тебя были эмоции? Ты прошла подготовку. Тяжело ли было в подготовке? Ты очень легко выиграла. Как ты, ты это все сделала с такой легкостью? Мы перед Кубком мира мы совместно с сборной командой Турции готовились в Турции. Хороший сбор провели. По плану моего тренера мы хорошо подготовились. До этого я выиграла турнир, который проходил в Польше. И когда первый раз я боролась в Польше после долгого перерыва, тогда были эмоции, чуть-чуть волновалась, но здесь на Кубке мира такого волнения у меня не было. Чувствовала себя спокойно, уверенно, подготовились очень хорошо. Тактическую борьбу мне мой личный тренер поставил, и по его заданию я боролась. Какую он команду давал, такую задание я выполняла. Теперь второй вопрос про Олимпиаду. Готовишься ты к Олимпиаде? Как у тебя настрой? Какие у тебя планы на предстоящую Олимпиаду? Да, конечно, мы так же, как мы готовились к Олимпиаду, который должен был проводиться 2020 года, мы готовились, и в таком же плане мы идем к своей цели, так как у меня в моей копилке осталась только олимпийская медаль. И чтобы достичь его, я приложу все свои усилия. И мы к этому шли целых 10 лет, и пока мы не добьемся своих целей, у нас только одно направление – это олимпийская медаль. И я и моя команда, мы вместе работаем, и я думаю, и я уверена, мы в следующем году, осталось считанные месяцы, хорошо подойдем к олимпийским играм. Как мне бороться? Всю установку мне дает указание мой тренер, который на протяжении 10 лет мы совместно работаем. И перед чемпионатом, перед стартом он мне готовит борьбу на 6 минут, как мне бороться с соперником, предстоящим соперником. И я просто выхожу на ковер и выполняю его установку, которую он мне поставит до выхода на ковер. Если так взять, раньше я этого не чувствовала, потому что у нас не такие хорошие результаты были. Можно было только об этом мечтать, но с прошлого года, как мы стали чемпионкой мира, конечно, внимания очень много, поддержки в том числе, зрителей тоже, фанатов в том числе. Я себя хорошо чувствую, потому что на мне лежат такая большая ответственность, и я с этой тяжестью хорошо справляюсь, когда люди поддерживают, когда люди кричат, хлопают, довольствуются тем, что я показываю, как я борюсь, от этого они наслаждаются, мне вдвойне приятно. От этого, от поддержки я себя более сильной чувствую. Я набираю духа, и мне хочется бороться, когда вот столько внимания и столько поддержки. Спасибо. Большое спасибо. Поздравляю.